Всем привет! Запишу небольшой видос, что стало с моими дредами спустя 2 недели пребывания на море. Потом прикреплю фотку, какие были они, когда заплелись. Сейчас, смотрите, повылезала куча, просто куча волосков. Но это прошло всего 2 недели. Дреды стали менее плотные, они стали мягкие очень. Такие прям... Но, блин, видон, конечно, у них очень жесткий, потому что повылезало очень много волосков. Они дико распушились. Но это вот, как видите, спустя 2 недели. Вот. И они еще ни разу не подплетался. Не знаю, буду, скорее всего, расплету их полностью, потому что что-то совсем мне с ними неудобно. Вот. Ну, а так, как видите, очень все пушисто. Просто как лев, как грива. Ну, вот. Так что, если вы хотите дреды, вот видите, как все. Но единственный плюс, это нету вот этих дурацких проборов. Пробор не видно. Вот. Так что, если вы хотите дреды, то заплетайтесь. Но, конечно, уход за ними нужно, их надо подкатывать. Чтобы они хорошо... Единственный минус очень большой дред, что нельзя почесать хорошо голову, так прям прочесать ее. Когда поправляешь все время, вот так вот всю жизнь. Очень неудобно становится. Вот так вот.